Строительство железнодорожной станции Уржевского мемориала идет высокими темпами. До конца апреля оно должно быть завершено. К такому выводу пришли участники рабочей группы, заседание которой под руководством главы региона состоялось накануне. Губернатор Игорь Рудени отметил, этот проект реализуется благодаря поддержке президента Владимира Путина. Помимо развития туризма, это даст новый уровень транспортной доступности для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципалитетов. В данный момент на объекте собран металлический каркас модульного пассажирского здания. На 70% выполнен монтаж кровли. На платформе завершена установка опор под фундаменты и установка водоотводных лотков. По завершении всех работ пассажиры получат благоустроенную и освещенную территорию с парковкой. В здании станции будут билетная касса, кафе, а также современный зал ожидания с интерактивной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Напомним, что от Москвы до Ржевского мемориала будут курсировать пять пар ласточек.